Народный напев такая же святыня, как и народное слово. Справедливо утверждал князь Владимир Адоевский, превосходный писатель и музыкант, друг Пушкина и Глинки. И сегодня, в связи со столетним юбилеем, мы чествуем достойного хранителя этих святынь отечественной культуры, Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого. У хора, который с честью носит имя своего основателя, Митрофана Пятницкого, долгая и славная история. Вспомним, что в мае 1945-го хор имени Пятницкого был одним из главных коллективов во время празднования Великой Победы. За истекшие десятилетия хор не только объездил всю нашу необъятную страну, но и покорил более 50 государств, демонстрируя самобытность русского национального искусства и превратившись в одну из музыкальных визитных карточек нашего Отечества. Мы живем во времена, когда нам назойливо навязывают множество подделок под настоящее искусство, в том числе и народное. И на этом фоне особенно важной представляется миссия, именно миссия хора имени Пятницкого – вернуться к животворным истокам, изучать и бережно хранить культурное наследие предков. И с этой высокой, благородной миссией великолепно справляется молодой, столетний хор имени Пятницкого, национальное достояние нашей державы. Александра Пермякова, под руководством которой за последние 20 с лишним лет хор взял новые творческие вершины. Я приглашаю к микрофону советника президента Российской Федерации Юрия Константиновича Лаптева. Мне выпала честь огласить приветствие президента Российской Федерации, коллективу Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого. Уважаемые друзья, поздравляю вас со знаменательной датой, столетием со дня основания вашего прославленного коллектива. Созданный выдающимся исследователем русского фольклора Митрофаном Ефимовичем Пятницким, он объединил талантливых певцов, музыкантов и танцоров. Коллектив по праву, носящий звание народного, покорил самые престижные сцены мира и многое сделал для популяризации богатейшего культурного наследия России. Отрадно, что и сегодня вы постоянно расширяете концертный репертуар, совершенствуете свое мастерство, а число поклонников вашего творчества растет не только в нашей стране, но и за ее пределами. Желаю вам новых успехов, удачи и вдохновения. Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. Министр культуры Российской Федерации Александр Алексеевич Авдеев. Глубоко уважаемая Александра Андреевна, дорогие друзья, сегодня очень большой праздник всей российской культуры. Сегодня мы отмечаем юбилей одного из лучших коллективов мира и нашей страны. Культура песни сегодня, она обращена не только в прошлое, на воссоздание того, что было раньше, она обращена и к сегодняшнему зрителю –
Поэтому хор Пятницкого молодой. Средний возраст артистов хора Пятницкого 22 года. Это удивительный факт. Я хотел бы зачитать приветственную телеграмму от Владимира Владимировича Путина. Дорогие друзья, поздравляю вас с замечательным событием, столетием Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого. Основанный выдающимся просветителем, хор всегда славился высокой певческой культурой, поистине уникальным репертуаром и неповторимым исполнительским стилем. Очень важно, что у вас творческий коллектив бережно хранит и приумножает замечательные традиции многих поколений своих предшественников. Достойно держит планку одного из лучших, ярких и самобытных ансамблей мира. Желаю новых успехов, вдохновения и всего самого доброго. Владимир Владимирович Путин. Дорогие друзья, от имени хора Пятницкого низкий поклон президенту Российской Федерации, председателю правительства Российской Федерации за столь высокую оценку нашей деятельности. Несмотря ни на какие исторические катаклизмы, мы пели, пели, пели русскую народную песню. И где бы мы ни были, для нас всегда самое главное русской песней, танцем и музыкой не уронить честь и достоинство нашей великой Родины России. С праздником народного искусства, дорогие друзья! С вами навеки хор имени Пятницкого! Yeah.
So
Thank you.
пташка, садясь на калину, порой прощебечет ту песнь обо мне.
умный тихо пойдем. Как я в России влюблю.